В музее имени Врубеля проходит международный научно-практический семинар «Сохранение культурного наследия, научное исследование и реставрация произведений голландской и фламандской живописи 17-19 веков». Для проведения мастер-класса в Омск прибыли шестеро ведущих экспертов в области изучения и реставрации живописи. С одним из них сегодня предлагаем вам познакомиться в нашей студии. Кристиан Фагилар, главный хранитель городского музея Лакенхалл в Лейдене, доктор искусствоведения. Ну, вот доброе утро. Доброе утро. Спасибо. Правильное слово. Доктор, который, по сути, лечит старинные картины, да? Моя работа заключается в том, чтобы исследовать все произведения голландской живописи во всем мире, особенно в России, так как фламандская и голландская живопись повлияла на русских художников. Поэтому я здесь, в России, в Омске. В Омском музее имени Врубеля большая коллекция голландских и фламандских авторов. Вы уже успели посмотреть, чем богат наш музей? Я уже приезжал в Омск 4 года назад. Тогда-то и началось изучение интересующей меня коллекции. Надо сказать, что у вас достаточно богатое собрание картин, в том числе неизвестных художников. И я очень рекомендую всем посетить музей и познакомиться с этими произведениями, если вы еще не сделали этого, потому что это действительно большое наследие. И на примере каких произведений вы проводите мастер-классы? На тех, которые находятся в нашем музее, или вы привезли с собой что-то? Вы знаете, используется для мастер-класса местная живопись, потому что Голландия достаточно далеко находится от Омска. Я при этом преследую две цели – изучение этих картин и их сохранение. По результатам этой поездки, я так понимаю, будет выпущен каталог, да? Что там будет, что это будет за книга? Вы знаете, достаточно много присутствует людей на семинарах, и чтобы как-то задокументировать все выступления, все лекции, будет издана книга. Данные в этом сборнике будут на русском и английском языках. Ваш город Лейден знаменит как город ткачей. Это как-то отражено в экспозиции вашего музея? Да, действительно, Лейден – это город ткачей. Он начал развиваться в 17 веке. Но, как вы знаете, где деньги, там и искусство. Поэтому этот город богат живописью. Например, мы можем похвастаться полотнами Рембрандта. У нас в России в основном музейным делом и в библиотеках работают женщины. Дело в том, что небольшие зарплаты и как-то не престижно, а мужчин очень мало. А как с этим делом обстоит в Нидерландах? Да, ваши женщины должны быть счастливы, ибо невозможно придумать более интересную работу, чем в музее. В Голландии немного другая ситуация, потому что зарплаты повыше. Поэтому мужчины не чураются этого интересного дела. Например, для меня большая честь быть хранителем музея, соприкасаться с шедеврами и делиться опытом на международном уровне. People outside of your country. It's an international platform and hearing, and that appeals to me and to many other people. Получается, вы хранитель, охраняете искусство. Вы чувствуете себя чуть-чуть сказочным персонажем? Not very good, no. Да нет. Скорее, я чувствую себя человеком привилегированным, потому что могу путешествовать по миру, общаться с коллегами. Может быть, в этом и заключается сказочность моей профессии. Спасибо вам огромное. Thank you. Ну а далее наш эфир продолжит новости.